праздничные дни улица Ленина впервые превратилась в пешеходную, в так называемый Уфимский Арбат. Давайте посмотрим, что здесь интересного. Здесь очень все интересно. Мы прям ходим с открытым ртом, не знаем, куда смотреть. Ну да, мы 10-й раз тут проходим. Постоянно картинка меняется, новые люди. Какие-то столики убираются, где-то еда появляется. Где-то люди садятся, где-то уходят. Новое то, что как бы закрытая проезжая часть. Очень много развлекательных этих... Всего очень много интересного. А вот там турник прикольный был. Две минуты висишь, 1000 рублей зарабатываешь. Ни один не заработал ничего. А вы не пробовали? Нет, лет 10 назад спокойно смог бы, сейчас нет. Я висел 2 минуты 10 лет назад, сейчас уже вот перебор. Много развлечений. Я не знаю, жизнерадостная публика. Мне нравится. Ярмарка мастеров. Да. Что везде кафешки так открыты, люди могут посмотреть ярмарки, а потом присесть, отдохнуть. Набраться силы и дальше пойти, продолжить посмотреть концерт. Ну вот, ребятки неплохо на барабанах играют. И там неплохие поделки продают с той стороны. Ничего не запомнилось. Ну ничего не понравилось, что ли? Нет. Ничего. Ну ничего интересного нету. Мне очень понравились музыканты, которые были на улице. Вчера встретили виолончелистов, сегодня гитаристов, скрипку. Ну вообще очень весело и позитивно. Машин так мало, можно такая свобода, можно погулять, пообщаться. Вот это вот. Можно вот не боясь ходить по улице. Нам понравилась вся Уфа. Хотели бы, чтобы улица Ленина всегда была пешеходной? Да. Да, мы за. Мы за. Во всяком случае, летом. Да, почему нет? Хорошая улица. Я вот только за. Да, хотела бы. Потому что машины уже вот тут стоят. Вы хотите, чтобы эта улица постоянно была пешеходной? Конечно, да, пешеходной. Меньше тишины, больше общения, свободы. Да, мы об этом Нет, думаем все это время. На выходных да. мы бы хотели, да, чтобы на выходные, потому спорта. Что мы на ней живем, нам будет очень неудобно подъезжать. Нет, наверное, но чтобы побольше пространства охота. Я считаю, что город должен быть более удобен для людей, чем для машин. Мне кажется, нужно больше мест, где бы люди могли спокойно, расслабленно ходить и не бегать от тротуара к тротуару и не обходить машины. Улица Ленина стала пешеходной всего на 2 дня. Правда, жители города совсем не против, чтобы она оставалась такой постоянно. Кстати, Уфимский Арбат сегодня растянулся почти на 5 кварталов от улицы Кирова до улицы Закива-Леди. Алина Таюпова, Лилия Галямова, телеканал ЮТВ.